Прошла неделя после того, как гомельские футболисты приземлились на турецкие берега и начали подготовку к сезону. Организаторы сбора обеспечили все условия для плодотворной работы. Тренировки проходят на полях, расположенных совсем близко к отелю в удобное команде время. По просьбе клуба все матчи с участием Гомеля также будут проходить в городе проживания. Как сообщалось ранее на официальном сайте, в первом товарищеском матче против румынского Брашова команда потерпела поражение со счетом 1-2. Гомельчане открыли счет, но румыны сумели отыграться и выйти вперед. Стоит добавить, что соперник начал подготовку к сезону гораздо раньше нашей команды и уже через две недели вступит в борьбу в чемпионате Румынии. Поражение в этой игре только помогло команде лучше сконцентрироваться на тренировочных занятиях. Главный тренер Гомеля Алексей Меркулов похвалил ребят за старание, отметив, что ошибки лучше совершать во время подготовки, чем в ходе чемпионата. Уже завтра, 8 февраля, Гомель проведет второй контрольный поединок. Очередным соперником станет Айнтрахт из Трира, старейшего города Германии. Клуб представляет четвертую лигу, однако ему есть чем похвастать. Айнтрахт был основан в 1948 году в результате слияния двух местных команд. Синие, а именно такое прозвище у команды, никогда не играли в первой Бундеслиге, однако несколько лет провели во втором по значимости дивизионе Германии. Лучшим результатом было 7-е место в сезоне 2002-2003 годов. Кроме того, в составе команды в разное время играли несколько достаточно известных футболистов, среди которых, несомненно, выделяется Клаус Топмеллер, позднее один из лидеров Кайзерслаутерна и тренер различных команд и сборных. Немецкая команда расположилась в Белике, где уже сыграла с австрийским Хорном из второго дивизиона и одержала победу со счетом 2-1. Официальный сайт Айнтрахта сообщает, что несколько игроков не смогут принять участие в матче против Гомеля по причине травм. Возможно, их недостаток сможет компенсировать группа фанатов, специально прибывшая поддержать команду из Германии. Пожелаем нашим футболистам удачи в ближайшей игре, побольше красивых голов и ярких комбинаций, и, конечно же, отличного взаимопонимания на футбольном поле.